есть люди, местные люди, которые здесь живут, они вот эта жизнь, вот эта красота не видят, что это такое море, что это такое природа, солнце, климат, экология, это не чувствуют. Можно сюда? Гель. Вот эта красота видит? Вы эта красота видите вообще, как-то здесь работаете? Да? Вот. Они эта красота не видит, к сожалению. Но как-то есть сравнивать, как-то вы сравниваете, так-то эта красота замечаете, друзья. Поэтому как-то есть у вас мороз, снег, минус 35 градусов, друзья. Вы это так-то замечаете. Всем добро пожаловать в Турции, в городе Мерсин. Друзья, кто сказал вам, в Мерсине нету масштабный элитный проект? Вот сейчас мы с вами находимся на стадии стройка. Есть такой проект на стройка. Находимся вместе с вами. Вот такой масштабный, хороший, качественный и элитный проект с вами будет, друзья. Район Тюмень, город Мерсин. И с видом на море, с видом на гору. Почти первая линия до моря, до пляжа 150 метров, друзья. Очень хорошо место расположения, друзья. Очень хорошо место расположения. И огромный большой элитный проект, друзья, сейчас с вами будет. 1+1 – 70-75 квадратный метр. 2+1 – еще 3+1 – еще есть на продаже вилла, друзья. Здесь есть 4 штук еще вилла. Огромный большой комплекс. Город в городе, друзья. Еще есть здесь рядом городская инфраструктура. Рядом есть магазины, ресторан, кафе, пекарни. Рядом есть, друзья, очень интересный, хороший, такой очень вкусный турецкий блюдо готовит. Турецкий ресторан есть здесь рядом. Еще рядом есть, конечно, аптека, поликлиник. Короче, место расположения отлично. И самый главный, ваш вид, вот этот вид, никогда не закрывайся, друзья. Вот этот вид, почти первая линия, с видом на море, на пляже есть каждый день, летом, ярмарка, друзья, базар бывает, такой домашний сувенир продаются. Здесь летом жизнь кипит, и зима тоже. Здесь пляжи очень хорошие, песчаный пляж, широкий пляж. Поэтому много людей именно как-то покупают недвижимость в Мерсине, выбирают. Район Тюмень, друзья, природа очень хорошо продувает, и здесь пляжи красота. Так что, поэтому решили для вас здесь строить, друзья, элитный масштабный проект. И, конечно, еще есть инфраструктура, крытый бассейн. Открытый бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал, друзья. Огромный большой сад, 24 часа. Охрана есть, есть еще садовники, друзья. Еще есть здесь. Что есть еще? Что есть еще? Оператор. Много чего. Много что-то есть. Есть еще парковочное место, друзья. Поэтому вот этот проект и именно на первой линии почти. 150 метров вот через балкон, потом 150 метров уже море, друзья. Огромный большой территорий, и самый главный, ваш вид никогда не закрывается. И в 2024 году заканчивается 18 месяцев беспроцентная рассрочка. 18 месяцев беспроцентная рассрочка, друзья. И отделка качества тоже шикарно будет, я вам. Именно вот это, если вы хотите жить, наслаждаться, друзья, и вложить свои деньги для инвестиций, вот этот проект будет работать, друзья, потому что у вас напротив вид на Средиземное море, друзья. Давайте теперь пройдем, посмотрим именно напротив этого проекта, какой пляж. Поехали!
хочется здесь постоянно просто так жить, друзья, наслаждаться. Вот такая солнце, море, рыба, вкусная рыба. Между прочим, здесь рыба бумерсина очень вкусная. И здесь просто вот этот климат, вот этот воздух, больше ничего не нужно. Еще натуральные овощи, фрукты в городе Мерсин, друзья. Город Мерсин, район Томюк с вами, друзья. И вот этот проект, масштабный элитный проект сегодня с вами был, друзья. Очень интересный проект, инвестиционный проект. И если вам нужно прайс-лист, если вам нужна планировка, если вам нужно какой-то материал именно про этот проект, друзья, можете к нам обращаться. Вот это наш номер телефона. Плюс 90-530-442-42-33. Еще раз. Плюс 90-530-442-42-33. Так что это наш Инстаграм, Телеграм и Ватсап. Друзья, можете к нам обращаться. Так что, еще что нужно, оператор? Все добавили, да? Все есть. Теперь можно танцевать? Наш клип добавим еще раз для наших зрителей. Подарок, хорошо? Давайте, друзья, из Мерсина большой привет. Берегите себя. Давайте, друзья, все вместе можем танцевать. Оператор, ты любишь турецкие песни? Турецкие песни любишь? Конечно, уже понравилось. Давай. Наши вот эти клипы добавим. Все вместе можем танцевать. Давай, готовы, друзья? Готовы? Все, это песни для вас от меня, вам подарок. Танцуем. Поехали. İyi günde çoksunuz, kötü günde yoktunuz. Dert oldum hep size, arkamdan konuştunuz. Söze bana dostunuz, hep sırtımdan vurdunuz. Sizi ciddiye almam, hepiniz boşsunuz. Hepiniz boşsunuz. Hepinize dert olacağım, bak görsen hepinize dert olacağım. Zirveler benim, mevzular derin, hepinizi çatlatacağım. Hepinize dert olacağım, bak görsen hepinize dert olacağım. Zirveler benim, mevzular derin, hepinizi çatlatacağım.